Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины известных художников. Александр Рослин. Портрет архитектора Жана Рудольфа Перроне и его жены. Холст 32 на 40 сантиметров. Картина является уменьшенным вариантом, датированной 1754 годом, картины из музея Гетеборга. Архитектор Перроне, изображенный здесь со своей женой, был основателем Парижской школы искусства, которую он возглавлял до своей смерти. Он построил несколько мостов, в том числе мосты Конкорд в Париже, Ней-сюр-Сен и Сент-Марсен-сюр-Уаз. Такие вот названия. На портрете он изображен с моделью моста Неи в руке. Живые краски одежды на фоне голубого шелка, обоев и позолота спинок стульев характерны для элегантного стиля рококо, присущего портретам Рослином. Рослин родился в Мальме, Швеция. Наряду с Карлом Пилло является самым значительным шведским художником. Ну вот и все. Посмотрели мы портрет архитектора Жана Рудольфа Перроне и его жены, автора Александра Росса. Текст по книге «Шедевры западноевропейской живописи» и собрания Тиссен-Барнемиса. Пока-пока, до свидания.